Коронель Виллаж. Всем привет! С вами Павел Морозов, Сочи. Настало время сделать огромный, классный, качественный обзор на коттеджный поселок Коронель Виллаж. Я считаю, что это лучший коттеджный поселок вообще во всем большом Сочи. По разным причинам сейчас об этом во всем поговорим. Покажу вам, что на данный момент происходит у нас здесь на поселке. Также поговорим про концепцию поселка. Сделаю, так сказать, максимально качественный, максимально, наверное, полный обзор. Смотрите, на данный момент у нас ведется активная стройка сразу на нескольких участках. Вот здесь возводятся два дома. Да, то есть работа ведутся достаточно активно, хорошо. Видите, да, то есть этого еще буквально там месяц назад этого не было. Вот там у нас строечка ведется дома. Эта череда уже закончена практически, фасад делают. Ну и здесь ведутся тоже строительные работы. Напомню всем, это поселок Коронель Виллаж. И я считаю, что это лучший коттеджный поселок во всем большом Сочи. Сейчас разберемся, почему. Ну, во-первых, здесь идеальная равнина. Для тех, кто не знает, 3,5 гектара идеально ровной земли, в 15 минут езды от аэропорта, где-то, может быть, минут 45, наверное, до Красной Поляны, даже до вокзала минут 10, наверное, ехать. Что тут еще сказать? Дальний парк минут 15. В принципе, до всех основных объектов инфраструктуры здесь недалеко. Это Петрозаводская, ориентир Петрозаводская 34, ресторан «Коронель». Касаемо коммуникации. Все коммуникации центральные, они заведены. Вот, смотрите, это силовой кабель по земле идет. Здесь вода, вода, канализация. Здесь все это есть. Уже все подведено, прямые договора от городских сетей. И что немаловажно, ребят, у вас будут прямые договора от всех служб. То есть это Кубанинерго, Водоканал, Газпром и так далее. Ну, я имею в виду Горгаз, как, ну, простонародье, так скажем. Как вы видите, дома у нас обычные. Все стандартно совершенно. Монолитный каркас, заполнение блоки. Здесь у нас что? Сверху отделка минплита. И потом идет фасадная штукатурка. Значит, у нас будет сейчас элементы отделки какие? Рассмотрим поподробнее. Это фасадная штукатурка. Мы пока элементы фиброцемента, которые будут использоваться, мы их еще не нанесли, поэтому вы их не сможете увидеть. Но вот обычная фасадная, классная такая, типа крошечки, такая штукатурочка. Очень классно смотрится, проста в эксплуатации. Большинство коттеджей в стиле хай-тек отделаются именно таким образом. И вставочки будут из фиброцемента, там, под дерево, рядом с окнами, там. Перила будут стекло с окантовкой из алюминия. Очень симпатично все. Ну, вы в готовом видите их. В готовом виде скоро сможете наблюдать. Сейчас в один дом зайдем. Наверное, вот в этот зайдем. Покажу планировку. Потом прогуляемся по территории. Покажу территорию. И расскажу побольше про концепцию всего комплекса, чтобы вы понимали. Кстати, одно из преимуществ, на мой взгляд, ну, центральная коммуникация, это, конечно, классно, но кроме этого еще здесь обратите внимание на то, что очень широкие дороги, 9 метров. 9 метров, из которых часть будет отвезена на тротуары, зона озеленения, да, и часть будет проезжей полосой. То есть, фактически, ребята, вот где вы видели, чтобы в Сочи, вот так вот, в каком-то коттеджном поселке, просто взяли так и 9 метров выделили на дорогу? Ну, я вам скажу, нигде. Смотрите, дверь, входная дверь, очень надежная такая, основательная, стоит далеко не 3 копейки, с приятными такими элементами зеркальными, вот, с двумя замками. Что здесь? Замки Guardian, видите, да? Заходим. Ну, здесь немножко не прибрано, этот дом используется как вот место
склады, так скажем, строительных инструментов и так далее. Так вот, ну давайте на планировке сконцентрируем свое внимание. Заходим. Здесь у нас получается такая гостевая комната. Здесь еще одна дверь, еще один выход, да? Можно этот использовать как основной, или этот, ну, как по желанию. Здесь лестница на второй этаж. Это зона кухни-гостиной. То есть, пожалуйста, здесь приготовили, тут пообедали. Можно зону эту объединить, это не несущая конструкция. Все армпоясом связано, как вы видите, потолок идеально ровный. И здесь выход на террасу. Пожалуйста, такая терраса под крышей дома своего, как говорится. Вот. И здесь еще вот до столба будет. Столбы все идут по границам участка. Вот. В общем, Горэлектросеть, а точнее Кубаньэнерго, по проекту, значит, настояли на том, чтобы вся электрика тянулась именно поверху, не по земле. Но, в принципе, ничего страшного. Это они все стоят по меже, то есть, видите, то есть вот где колышек, как раз заканчивается участок. Естественно, они как раз строго по участку, по меже и идут. То есть никого они не ущемляют. То есть фактически ваш участок полностью пустой. Вот, и до туда у вас будет такая лужайка. Также здесь будет на всех домах будет озеленение сделано. Выполнено будет также система автополива. То есть это будет очень-очень хороший такой бонус, приятный. То есть вы заходите и получаете фактически готовую такую площадочку, готовый домик с приятным видом, где можно там уже и поиграть в мяч, или просто там с удовольствием там барбекю сделать и так далее. На второй этаж поднялись, здесь комната гостевая, выход на еще один балкон, пожалуйста. Балкон здесь еще не покрашено. Здесь это первый слой как нанесен. Вот. Здесь проезжая часть. Напоминаю, ширина 9 метров. И это очень-очень хорошо. Так, ну здесь, наверное, кладовка или гостевой санузел. То есть это, опять же, планировка свободная. Это, в принципе, очень удобно, потому что ну, никто не хочет, чтобы за них принимали решения. И здесь за вас, собственно, никто решения эти не принимает. Заклеили окна для того, чтобы не запачкать вот этой фасадной штукатуркой. Здесь можно сделать как? Здесь можно выгородить комнату и сделать санузел в комнате. Можно оставить его гостевым. То есть как угодно можно сделать. Можно в каждой комнате сделать санузел. В принципе, коммуникационные стояки можно сделать так, как вам, как вашей душе, говорится, угодно. Здесь еще один балкон. Выход и оттуда, и отсюда есть на него. Видите, огромное количество рабочих на всей стройке трудится. И здесь, и там, в общем, стройка ведется активными темпами, как вы видите. Пожалуйста. Все хорошо, все очень активно. Молодцы. Орлы. Я бы так сказал. Давайте поднимемся на крышу. Оттуда уже все посмотрим. Потому что оттуда будет все очень понятно. Вот мы поднялись на эксплуатируемую кровлю. Сейчас, одну секундочку. Режим энергосбережения надо включить. Ага, работаем. Так вот, поднялись на эксплуатируемую кровлю. Вот так она выглядит в готовом виде. Понятное дело, что здесь еще стелится либо керамогранит, либо это палубная, либо террасная доска. Это все ясно. Секундочку. Вот, и... Но здесь уже все выполнено. То есть водоотведение во всех углах сделано. Это вентиляционные шахты. Вот. И материал технониколь, который, собственно, ну, там под ним определенный пирог
все по технологиям выполнено, и здесь все это можно закрыть так, как вам, как вашей душе угодно. Смотрите, здесь вот, как я предполагаю, как можно устроить, обустроить это пространство. Например, так как здесь летом жарко, можно сделать как? Например, смонтировать определенный навес, на который, например, можно запустить вьюн там, или другие какие-то растения. То есть сделать себе такой, как летний сад, так скажем, да? Вот, чтобы вы здесь, например, позагорали, к примеру, там, барбекю пожарили, пошли, полежали в теньке. Все очень удобно, очень хорошо. Или, например, даже барбекю не жарите, пожалуйста, действующий ресторан «Конкоронель». Заказали здесь еду. Вот оттуда вам принесли свежайшее пиво, только сваренное. Здесь вот небольшой пивной цех будет. Все по немецким стандартам будет сделано. Высокотехнологичным, потому что оборудование немецкое. И оттуда, пожалуйста, вам еду принесли. Прямо сюда, с доставочкой. Вы поели, довольны, тут разлеглись в своем гамаке под тенью дерева, как говорится, да? И потом там, позагорали, пошли в душ сходили. Пожалуйста, очень удобно. Это действительно классно, удобно и комфортно. Собственно, за этим-то и люди покупают такую недвижимость. Вот, поэтому, кого такие коттеджи интересуют, на данный момент цена 23 миллиона, но в ближайшее время, наверное, недельки через 2, через 3, мы поднимем цену до 27. А к концу лета цена будет от 30 миллионов рублей. Поэтому просто это на самом деле не рыночная стоимость, это чуть ниже рынка сейчас. Вот, поэтому мы фактически у вас есть возможность последний, может быть, 1-2 коттеджа продать по такой цене. Купить, в смысле, по такой цене. Вот. А потом ценник будет 27 и 30 миллионов соответственно. Здесь вот рядышком озеро, где плавают гуси, лебеди, как говорится. Вот. Там будет прогулочная зона небольшая вокруг, вдоль озера. Сейчас мы туда пройдем и посмотрим все своими глазами. И дойдем до ресторана. Планировка коттеджа, точно мерочный план, проект. Если нужно, в эскизных вариантах я вам могу выслать вообще без проблем. Поэтому, если что, пишите мне, буду рад помочь. Также, если хотите приобрести коттедж, вообще легко, как говорится. Сейчас это по такой цене это просто подарок на самом деле. Так, выходим отсюда и идем в сторону озера. Вот, ну, представили, да, вы вышли из своего коттеджа, и вот по той натянутой веревочке, за ее границами, начинается тротуар. Пожалуйста, тротуар идет, и вы по нему совершенно спокойненько идете к озеру. Например, покормить уток или лебедей там, кому как удобно. Здесь часть деревьев оставили. Здесь будет такая лесопарковая зона небольшая. На самом деле здесь вокруг один лес, поэтому не переживайте, леса хватит всем. Классно, что здесь равнина, что здесь все коммуникации центральные, что здесь будет коммерция на месте нашего офиса. Там будет 250 метров на первом этаже, 250 метров на втором этаже коммерческой площади. Ну и, конечно же, не забывайте про действующий ресторан, про детскую площадку, которая будет вот там вот в сторонке немножко. Ну а здесь вот будет такая хорошенькая прогулочная зона. Зайдем, покажу вам все, как это выглядит. А вон там уточки, индоутки, белые утки, вон видите, да? И даже дикие утки тоже там водятся, тоже там плавают. Вот видите, прекрасно здесь себя чувствуют.
Итак, вот озеро как озеро, в принципе, много о нем не расскажешь сейчас. Обычное озеро. Вот там действующий ресторан, ребят. Сейчас к нему подойдем, покажу там, что есть на территории. Вот здесь вот будет такая прогулочная зона. Будут выполнены берегоукрепительные работы в виде габионов. Вот тут, чтобы берег не размывало, да? И вы здесь можете гулять, читать книги, наслаждаться тишиной, покоем этим, как говорится, бесконечно вечным, безмятежностью и так далее. Бамбуковая роща небольшая такая. Здесь будет калиточка, которая, ну, в принципе, она и сейчас есть, которая будет работать по ключам доступа. Такие карточки будут электронные для сотрудников ресторана, персонала обслуживающего, да, ну и для тех, кто живет на территории этого коттеджного поселка, потому что кто-то захочет в ресторан пойти, например, кто-то захочет, например, просто прогуляться здесь, выйти и так далее. Да, и, конечно, это очень удобно. От себя скажу, ребят, что немаловажный фактор, как бы, вот, именно причастности коттеджного поселка там, к какому-то элитному, например, да, или к обычному, в чем заключается? В том, какой уровень сервиса и какая наполненность по инфраструктуре в нем есть. Ну, здесь, как вы видите, что есть? Охрана, видеонаблюдение круглосуточное, ну, это везде есть, да? Добавляем действующий ресторан, своя прогулочная зона, набережная у реки, да, у озера. Также дежурный инженер, который в случае необходимости там может прийти в любой момент к вам домой и исправить техническую какую-то неполадку. Например, вода протекла у вас или свет вырубили. Вы в этом можете вообще не разбираться даже. Просто взяли, позвонили в нашу службу. Человек тут же пришел, в комбинезончике, и сразу исправил вашу какую-то неполадку. Пожалуйста, если это можно сделать на месте, либо предотвратил ухудшение ситуации и вызвал аварийную службу. Также у нас будет услуга по наблюдению за вашим домом. То есть в чем преимущество? Вот, например, вы не живете здесь постоянно, а зимуете, например, только, да? Или, например, там, приезжаете там весной или осенью. А большая часть или какая-то часть, допустим, года, ну, дом, какую-то часть года дом стоит пустым. И вам, чтобы быть уверенным, что с ним все в порядке, вы хотите, чтобы он был под наблюдением. У нас будет такая услуга, это будет входить в стоимость. То есть, фактически, вы ставите этот дом на такую, скажем так, на наблюдение. И два раза в день, утром и вечером, дежурный инженер будет проходить, просматривать, значит, состояние этого дома вашего, то есть протечки, там, замыкание и так далее. И вам докладывают, что все в порядке. Ну, то есть, если все в порядке, он докладывать не будет. Если что-то не так, то исправит и доложит обязательно. Вот, такая ситуация. Конечно, за все это нужно будет платить. Правильный вопрос задаете. Оплачивать здесь нужно будет ежемесячно где-то 5-7 тысяч рублей с одного дома. Это будет так называемая стоимость обслуживания территории общего пользования, вот эта вот возможность в любой момент вызвать дежурного инженера, охрана, видеонаблюдение и так далее. Вот. Также ухаживать за вашим газоном, если вы хотите, будет садовник. Это человек, который будет, собственно, поставлен от той компании, которая поставляет нам ландшафтный дизайн, газон. Это оплачивается отдельно, уже напрямую им. Мы в этом не принимаем участие. Но они будут приходить примерно через какой-то определенный промежуток времени, например, через 2 недели, и обслуживать вашу травку, постригать ее и так далее. Смотрите. Я, в принципе, рассказал почти обо всем. Теперь проговорю про то, что есть здесь, в ресторане. Здесь есть беседочки, здесь есть зарыбленное озеро, вот это, да? Пожалуйста, здесь можно и рыбу половить, сазаны, карпы, караси большие, все это есть. Можно покататься на лодочках, в данный момент только одна пока. Вот, ну и также можно
могу показать, как выглядит сам ресторан. Он совсем обычный, то есть здесь нет ничего там такого, как сказать, может быть, он эксклюзивный, хороший, но нет ничего такого, что, может быть, после чего вы сказали бы вау. Это классное тихое место, такое камерное, где всегда приятно провести время в компании друзей, посидеть летом здесь, даже когда на улице очень жарко, здесь прохладно. Вот. И есть и мангальная зона, есть и каминная зона. Здесь, в общем, каждый найдет себе что-то по вкусу. Там уже лес находится, а там первая очередь. Если хотите, я как-нибудь экскурсию проведу вам по первой очереди. Вот. Здесь что вам еще рассказать да показать? Наверное, в принципе, все. Буду завершать свой обзор. И так он на 20 минут вышел. С вами был Павел Морозов, Сочи, агентство недвижимости СССР. Пишите, звоните, если хотите приобретать себе классные дома в отличных коттеджных поселках в городе Сочи, например, в Коронель Виллаж. Я считаю, это действительно, без сомнения, один из лучших, если не лучший коттеджный поселок в своем таком камерном стиле. От себя добавлю, ребят, покупая дома в таких коттеджах, покупая дома в таких коттеджных поселках, вы покупаете не просто дом, вы покупаете и инфраструктуру, и прежде всего соседство. Я думаю, что, в принципе, те люди, которые меня смотрят, и те люди, которые располагают суммы там 30, 40, 50 миллионов рублей, кто рассматривает приобретение коттеджей, они прекрасно понимают, о чем я говорю. На этом точно все. Всем хорошего дня, замечательного настроения, побольше удачи, здоровья вам и вашим близким. Всем пока. Тишина, умиротворение, красота.